С вами, как всегда, Роман-062. Сегодня мы играем в Five Nights at Freddy's 3. Да, всем начинать. У нас третья ночь. Давайте играть. Так, можем ответить на звонок, а можем пропустить. Так, звук включу. Отлично. Так, посмотрим по камерам. Где у нас этот... Спрингтрап. Плесневый заяц. Равно. Не, заяц этот, как его там? Заяц бекон. Чё-то как-то не то. Так. Хорошо. Смотрим. Но я никого не вижу. Пока. Но я вообще ни разу не видел это. Его. Везде. Я даже сейчас смотрю, в вентиляции нету его тут. Сейчас смотрю в коридорах, по камерам, конечно же. Ну и никого и нет. Так, а что у нас с системами? С системами все норме. Да, тут еще так надо быстро все переключать. Убрал камеру. Иди в ту сторону, чтобы это сделать. Ну да. Ух ты. Ой, боже мой. Сразу две системы поломали. Нифига себе. Вентиляцию и систему видео. Видео. Производство камеры тех. Камера. У нас, мы сейчас в секьюрити доме. В этом. Как вы там? В охране. Мы же охранник тут. И по камерам это все. Надо сейчас аудио к нему перекинуть. Но я его не вижу вообще нигде. Потому что это, ну, важно для меня. Что он не мог это все это быстро сделать. Раз и все. Ну, реально не мог. Что там говорить? Ну так, переключаем камеры. Кроме мигающих этих персонажей. Кроме Мишка Фредди у нас тут манекен. Чика тут как фонарик. Ой, боже мой, убираем срочно камеру. Hi. Вот как надо избавляться от чебуреков в камере. Если вы смотрите на камеру и видите там чебурека, то он прям перед вами появится. И просто сломает вам систему и... Да, опять он. Да чё-то он такой перстоучий, чебуречек. Я не знаю. Так, мне видео поломали? Ага. Спасибо. Как раз здесь этот чебурек мой. А не чебурек, этот спрингтрап. Обзелёный заяц. Зелёный заяц. Да хватит сигнализацию делать. Хватит. Ну все, мне кирдык. Я поворачиваюсь, но он меня все равно убил. Посмотрел мне в глаза, а мы такие... Ну все, гейм овер. Окей. Ладно, продолжим. Третья ночь. Так, нам никто не будет отвечать на звонок, видимо. И вообще никто нам не звонил. Так, смотрим по вентиляции, есть ли кто? Нет, никого нет. Так, hello. Что у нас тут? Ага, но я посигналил, чтобы он ушел обратно. Я надеюсь, сработает сейчас это. Ну блин, как напугало меня это лис, Фокси-то этот. Он прям выпрыгнул.
Вот поэтому испугался. Да. Ну, пока я не вижу никого пока что по камерам. Никаких чебуречков, никаких этих фоксянов, и тем более зайца этого. Извините. Да блин. Так, то я смотрю, никого и нет. Как от этого зеленого зайца с трапа уже след простыл. Как и я. Апчи! Так. Так, ну и где он? А, я его вижу. Вот он. Спасибо. Вентиляцию мне тут сломали. Ну и опять по камере чебурек показался. Ну я не знаю, смогу ли я пройти эту игру? Я не знаю, пройду я эту игру или нет. Ну я думаю, что да. Что я все-таки пройду. Все бегает, все красное, а все отошло. Да. Сигнализация. Так, а где этот чебурек? А я не забыл. Ой. Здрасте. Как Фредди идет, танцует тут у нас. Буги-буги. Не надо. Я смотрю по камерам, меня нет. Он идет ко мне, но он, по-моему, мне уже много раз проходил. На него, в принципе, внимания не обращаем. Не обращаем. Так, ничего нет. Плесень одна. Везде по этой пиццерии одна плесень. Не знаю, вот поэтому зеленый заяц. Логично. Логично. Но я по вентиляции и по коридорам смотрю. Нету его везде. Даже у меня нет. Он куда-то спрятался. Ой. Здрасте. До свидания. Чебурека по камере запалил. Так, ага, у меня система камер поломалась. Но это, видимо, нормально. Чебурек мне ее поломал. Да. Чебуречек. Опять этот Фредди идет. Второй раз. До свидания. Чебурек, он не хочет уходить. Этот чебурек. Но она у меня видео. Видео сломалось. И этот, канализация, вентиляция сломалась. А то воздух, а то мы задохнемся, не дай бог. Так, а где он? Ладно, я позову его посередине здания. Ну да, и вот туда сейчас придет, наверное. Если я, конечно, не знаю, услышит он или нет. Да. Да уж. Уже четвертая дочь. Ой, Фредди. Фредди, Тедди. А что он мне сделает? От него никакого толка и нет. Он тут танцует только. Так, мы починили вентиляцию, перезагрузили систему вентиляции. Сейчас смотрим. Hello. Никого нет. Ну да. Атмосфера здесь зелененькая, перелесневеленькая. Так, ладно. Хорошо. Ну, пока четвертая еще дочь. Мне опять вентиляцию поломали. Молодцы. Ой, молодцы. Вообще настолько молодцы, что даже я чуть ли не задохнулся от ваших этих брыбабасов. Так, вы где вообще? Я вас не... Да ладно. Увидел чебурека. Аудио поломали. Да вы что? Да вы что? Да ладно. Аудио поломали. Уж не расходитесь-то вы уже. Но я пока не видел никого у меня в коридоре после этого фигни... После
того, как Фокси меня напугал, появился этот зеленый спрингтрап. Зеленый заяц. Это спрингтрап. Но и он меня напугал. Не он меня напугал. Напугал меня Фокси. Я там заорал, но ничего не сказал про Фокси. Так. Ну, блин, когда это... Я хотел сказать, когда это закончится. А вот уже 6 утра. Спасибо. Ну, сейчас будет мини-игра, конечно же. Мы будем, наверное, играть за Чику. Потому что в прошлый раз мы играли за Фредди, за Бонни. И надо идти за этим фиолетовым мишку. Но нас все равно разберут на части, так что... Ладно, иди за мной. Все, РД. Все, нам нельзя идти туда. Я лучше куда-то отойду назад, наверное, чтобы он меня... Он все равно меня догнал. И главное, через стенку прошел. Ну ладно, давайте на таком видео мы закончим. Всем удачи и пока-пока.